Мы помним, кому мы обязаны своим существованием и своей свободой. Военный атташе Чешской Республики Томаш Зипфел специально приехал в Пермь, чтобы вручить награды пермским ветеранам. Это медали за освобождение Чехословакии. В год 70-летия Победы их передают тем фронтовикам, кто участвовал в сражениях за Моравскую Остраву, Аламоуц, Брно, Братиславу и другие города. В Прикамье таковых 30 человек. На церемонию награждения смогли прийти только трое. Полковник запаса Павел Паршин прошел всю войну, служил в артиллерийской разведке, добывал информацию о позициях противника, расположении вражеской техники и пехоты, чтобы затем корректировать огонь советских пушек и гаубиц. Как говорит Павел Сергеевич, разведчик в артиллерии – первый кандидат на тот свет, ведь он находится буквально между двух огней. Очень опасно во время соприкосновений с фашистами. Они, так сказать, уже чувствовали, что конец им приходит, и они... озверели, бушевал огонь с обоих сторон. Павел Паршин рассказывает, бои за Чехословакию были тяжелыми. Части вермахта во что бы то ни стало пытались удержать Моравскую Остраву, крупный промышленный район. Задача Красной Армии была подавить сопротивление и наступать на Прагу. Вместе с красноармейцами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, которым командовал будущий президент Чехословакии Людвиг Свобода. Павел Паршин познакомился с ним во время боевых действий. Прекрасная душа. Прекрасная душа, свободно с ним, он хорошо говорил и по-русски, все с ним, можно было разговаривать, все было, указывал, куда сосредоточить огонь. Гости из Чехии рассказывают, в их стране проживает 850 ветеранов армейского корпуса Людвига Свободы. Все они пользуются уважением и поддержкой и помнят своих, теперь уже российских однополчан. Для нас, для общества легионеров, это очень важно, потому что мы говорим, что нельзя никого забыть. Все еще, которые живут, ветераны, им надо передать, поблагодарить. Церемония награждения – первое событие фестиваля, который проводит Пермский краевой музей. В эти выходные в Хохловке российские и чешские клубы военной истории организуют реконструкцию одного из сражений Второй мировой. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.